Маленькие нюхачи. Унюхали, да? Что из пакета вкусным пахнет. Из пакета вкусным пахнет. Заказывала доставочку вкусняшек для собак. Фирма называется «Сытый пес». Заказывала у них первый раз, но вот сейчас посмотрим, что у нас получилось, что нам привезли. Да ты, это твой мешок весь? Ты жадина! Ты жадина! Ну, судя по эмоциям моих собачулек, им уже это все нравится, да? Пойдемте посмотрим, а? Ну, пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим, а? И вот такой вот целый стол богатства. Собачий рай. Получился у меня на общую сумму 2,265. Ну, вот из сырого я купила колено говяжье. То есть тут 3 килограмма упаковочка стоит 350 рублей. То есть вот. Оно замороженное, конечно. Ну, не знаю, разморожу, посмотрю, поэтому пока ничего сказать не могу. Ушки вот зайчи мои любят очень сильно, прямо пищат. Взяла 3 упаковочки. Вот каждая упаковка 100 грамм. Здесь довольно-таки много ушей. Я, чтобы потом не заморачиваться, не бегать, не покупать, взяла сразу же 3 упаковки, потому что это они точно слопают. Так, ну вот это вот легкое. Ну, у меня половина едят, половина не едят. Да мои золотые вы, да, сейчас дам, всем четверым дам сейчас. Так, легкое, потом вот такие кольца трофеи, уже взяла небольшие кусочки. Да моя ты золотая. Так, вот здесь 2 упаковочки печени вяленой, тоже лакомство. Это бычий корень. О, Дудонька прибежала. На. Бычий корень взяла. И это что я взяла, если честно, я не помню. Вроде бы сердце. То есть вяленое. Ну, в общем, думаю, нам на месяц вполне вот этого хватит. Ну, конечно, смотря как давать. Но посмотрим, насколько хватит. Они-то готовы лопать это с утра до вечера. Сейчас дам. Сейчас что-нибудь вам дам, миленькие. Вот фирму-то я брала раньше не напрямую, а через магазины. Все нам нравилось. Абсолютно. Теперь заказала напрямую. То есть привезли домой. Прямо все идеально. Не надо никуда не бежать, ничего не делать. Ну все, пошла давать вкусняшки. Так, каждому по уху. Каждому. Бусечка. Так, Вега взяла. Буся взял. Донечка. И тебе, Миланочка, милочка, Бусь, у тебя свое ухо, не наглей. Каждому по уху. Каждому, да, у тебя свое ушко. Приятного аппетита, Бусечка. И не воровать. Не воровать. Хорошо? Да фирма классная, всем советую. Качество хорошее. Да? А... И тебя охранник маленький. Всех целуем, любим, обнимаем. И пока-пока.